Послушай, Алиса, а ты обо мне в будущем ничего не слышала? Ну, может, в списках журнала Forbes? Но ты же ничего не понимаешь. Даже если мне ничего не сказали, значит, нельзя, запрещено. Если хотите, я вам расскажу. Девочки, я боюсь. Да, ты не говори, Боря. Что будет сразу, Боря? Станет криминальным авторитетом. В 90-е годы он будет заниматься рэкетом. Его пристрелят во время очередной бандитской разборки. Мила станет проституткой и будет работать на Ленинградском шоссе. Однажды, обожравшись водки, она попадет под колеса самосвала, за рулем которого будет сидеть обкуренный таджик-гастарбайтер. А что такое гастарбайтер? Катя так и не сможет выйти замуж. Уйдет в монастырь и станет монахиней. А настоятельницей монастыря будет Марта Ирастовна. Потом у них совсем съедет крыша, и они станут бороться против ФНН, новых паспортов и переписи населения. Лена Домбазова станет женой крупного коррумпированного чиновника и будет жить на Рублевке в роскошном замке. Ой, повезло-то как. А этим самым чиновником станет... Ой, передо мной явилась ты, как мимолетное видение. Да, Коля Герасимов. Ну, мне пора. Спасибо тебе. Ребята, Алиса нам рассказала, что будущее у нас будет полное дерьмо. Только у Коли чиновника все будет хорошо. Я тоже хочу стать чиновником. Мне пора. Алиса, а обо мне ты забыла? Ты хочешь быть богатым русским олигархом? Конечно. Че за вопрос? Значит, будешь им. Но твой бизнес у тебя отнимут силовики. Ты сбежишь в Лондон, но они тебя достанут и убьют. Ну ни хрена себе. В общем, ничего хорошего вас в будущем не ждет. Че-то мне не хочется туда, в такое будущее. А я в Израиль уеду, и у меня будет другое будущее. А мне ехать некуда. Ребята, ваше будущее в ваших руках. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и молящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Сегодня, что для завтра сделал я? Прекрасная далёка, не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока.